Томск – старейший научный центр. У нас 6 университетов, десятки НИИ, каждый пятый томич – студент. В том числе мы – Эдгар, Андрей и Семен. Мы учимся в ТУСУРе. Именно у нас зародилось радиотехническое образование за Уралом. Первые тусуровцы – создатели телевидения в Сибири. У нас открылся первый в стране студенческий бизнес-инкубатор. И, кстати, именно в ТУСУРе прошел первый конкурс «Первый шаг». Сегодня ТУСУР – один из ведущих технических вузов России. Это подтверждают не только многочисленные рейтинги, но и реальные дела. Наши инновационные идеи всесторонне поддерживаются. У нас выстроена такая инфраструктура подготовки специалистов, молодых ученых и предпринимателей, что многие ребята, например, стартуют в наукоемком бизнесе, еще будучи студентами, реализуют себя в науке. Нам троим интересен интернет вещей, беспроводные системы связи, телекоммуникации. Мы понимаем сегодняшние проблемы и мировые запросы в этих областях. У нас родились свежие идеи, и мы представляем на ваш суд проект, посвященный уникальному способу передачи информации.